Так, сейчас у меня на работе работа стопорится с рельсами. Завал. Некогда выбраться. Немножко хочу порядок навести в мастерской. В плане то, что у меня на столе полный бардак творится. Я вот немножко как-то инструментов у меня дофига, вот отверток всяких там разных мастей и всяких таких инструментов. Я их поразвешивал по стенкам. У меня еще осталось место вот такое вот свободное. Я здесь под него дождь подготовил, просверлил. И хочу на него вот часть навести инструментов. Что хочу показать? Ну, часть у меня сверху будут обычные это проводки, петельками сделаны для отверток и всякой ерунды. Это как бы ничего такого нового нету. А часть вот внизу у меня будет для такая стоечка для всего остального. Я здесь хочу сделать для ключиков, ну и часть отверточек. То есть сейчас размечу и буду делать. Кто не узнал, это ручка от старой советской кухни. Шкафчика в кухне. Помните, такие были шкафчики, то есть какие там была такая дверца. Вот она. Я тут не знаю, еще мне эта часть не нужно понадобится, не понадобится, может, я ее спилю. Вот так я ее разметил. Еще здесь хоть мерил под линейку, но все равно в конце мне казалось, что слишком много, делал поменьше. Ну и здесь между ними сделать отверстие. Еще надо сверлить будет. Сейчас отмечу где-нибудь. Так, так, так. Ну, вот такая штукенция у меня получилась. Где-то не очень ровно, где-то у меня болгарка соскакивала. Ну, круглый и плоский напильник. Немного это дело исправили. Красоты здесь в этом большой нету. Я сказал, вообще никакой красоты нету. Но функциональность есть. Как она проявляется? А, это для ключа, как я сказал. Дело. Вот, допустим, ключик на 17. Вот под него будет место. То есть вплоть до 24 на ключике будет висеть. Может быть даже больше, не знаю, еще посмотрим, пусть по месяцам. Ну а дальше отвертки еще в отверстие понаставляю. И будет у меня немножко больше места на столе. Стандартный кусок проволоки волной и прикрутить. Крутить я буду на саморезы, которые я где-то повыкручивал, так сказать, то, что не жалко. Я их, собственно, их держал для таких целей, когда вот, ну, грубо говоря, нормальный саморез жалко крутить, хотя и не жалко, но если есть такое, почему его не повкручивать? Есть один нюанс, то есть, ну, обычные саморезы или вот пришайба вот такая, да, побольше, или совсем маленькая шляпочка, и я боюсь, что когда буду что-то, ну, прикручивать, она провалится. Я вот об детских игрушках и какой-то технике, обычно шляпочки такие пришайбы, да, и они чуть-чуть побольше, чем обычные, и поменьше, чем такие. Ну, такая вот шляпка, что, она сюда вот как бы будет здесь вот разжимать и сплющивать эту штуку. Я могу сюда, допустим, крутить, или сюда, если мне не хватит, мне там коробка таких есть. Вот, а так я повкручиваю сюда эти, только единственное, что нужно под них сверлить отверстия. Итак, вот такая у меня ерунда получилась. Вот так это пока что выглядит. Единственный нюанс, что в этих отверстиях хорошо только большие отвертки, длинные в смысле отвертки, хорошо сидят. Почему? Потому что жало отвертки должно быть длиннее, тяжелее, чем ручка, чтобы ее вот так вот не перекашивало. Коротенькие отверточки у меня вот сюда будут вставляться. Ключики я поставлю позже. Ну, сейчас у меня их просто здесь нет на столе. Но будут они висеть в этих ячеечках. Ну и, конечно, самую большую отвертку, которая у меня на столе валяется, нужно будет здесь сделать отдельный уголок с отдельным отверстием. Ширина этой полки не хватает, чтобы жало пролезло. Ну, в принципе, все. Ничего сверхнового, идея не моя. Были такие полки, вроде как заводские, советские времена. Я где-то такое видел, решил себе сделать. Напагнулось. Все, всем спасибо.